стартап буквально с нуля. 3 дня на работу. Конечная цель – реактивный летающий ранец. За победу боролись 3 российских вуза. В такие условия попали конструкторы аэрокосмического университета на конкурсе World Skills High Tech. Мы работали, спали, вставали, опять работали, спали, вставали. Вот. Причем работа шла по всем фронтам. Мы получали конструкцию, тут же отдавали ее технологам. Технологи тут же начинали изготавливать оснастку, писать технологию. По задумке, на этих железных крыльях человек сможет летать со скоростью 250 км в час. Рабочие модели похожих ранцев уже существуют за рубежом. Правда, стоит раза в 3 дороже, чем вариант, предложенный командой из ГАУ. Его цена 5,5 миллионов рублей. Все материалы российские. Студенты подробно описали конструкцию, спланировали поэтапную технологию производства и сделали экономическую оценку. Реактивный ранец может заинтересовать экстренные службы, военных и любителей адреналина. Высота его полета 10 километров над землей, но безопасность человека под контролем. Есть система жизнеобеспечения, это специальный костюм, плюс кислородная система, которая позволяет ему дышать на такой высоте, и система парашютирования, которая позволяет ему безопасно приземлиться на землю. Фактически это готовый проект для стартапа, продуманы многие детали. Теперь авторы решают другой вопрос, какую практическую пользу может принести их изобретение. Валерия Макарова, Артем Сулайманов, «События».